Всем привет, с вами канал Life 2 Надежды. Сегодня посмотрим, что с ним творится из-за вас. Что такого вы натворили в его душе. Все это будем с вами смотреть. Конечно же, начнем с сигнификации. И давайте уже начнем смотреть, что происходит в отношениях сейчас. Опа, здесь женщина говорит, мне ничего не надо. Я ничего не хочу. Она отвергла этого мужчины, сама добровольно от него отказалась. Ну, или отказывается уже на данный момент, да. Все в отношениях может быть, всякие нюансы, но то, что сейчас женщине тоже особо ничего не нужно, это факт. Полюбила себя, поняла, кто она в этой жизни. И такие отношения, как были раньше, ей не нужны. Пусть даже не самого мужчину, да. Может быть, мужчина и нужен, там, любовь, чувство, там, привязанность. Но сам формат отношений ей уже не интересен. Она четко поняла, что то, что он ей предлагает, это уже не ее история. Научилась себя любить, научилась себя ценить. Ну и, соответственно, здесь все. Да, понимание, что мне это не нужно. Я достойна другого. Я достойна большего. Несмотря на свои чувства. Чувства могут быть где-то глубоко спрятаны и периодически возникают у вас какое-то, может быть, томление, тоска, воспоминания о этом мужчине. Но несмотря на это, да, вы сейчас противница того, что происходило в отношениях. Давайте посмотрим, что происходило. Облака, проблемы в отношениях, какого рода? Здесь мужчина сделал что-то неправильно. С кем-то начал флиртовать, кого-то начал слушать, за кем-то пошел, стал посвящать времени кому-то больше, нежели вам. Ну и сейчас вы его наказываете. То есть вы ему даете четкое понимание, что мне это не нужно. Я не та женщина, которая буду это терпеть. Когда-то, может быть, и внимания не обращали. Когда-то были надежды на то, что он поймет, он изменится. Этого не произошло. Соответственно, здесь женщина, та самая история с Малефисентой. Была ангелом, вырвали крылья, пришлось сесть на метлу и стать ведьмой. Да, здесь также, может быть, и зеркалите его. И поступаете точно так же, как он с вами. И в одном из недавних раскладов карты давали такой интересный совет, что сейчас самая правильная позиция, а часто спрашивают, как мне себя с ним сейчас вести. Вот карты говорят, поступайте так же, как поступал он, невзирая ни на что, не боясь, что отношения ухудшатся, там еще что-то. Не обращайте внимания на свои какие-то мысли, которые вас пугают. Дайте человеку в полной мере прочувствовать все то, что прочувствовали вы. Он в любом случае задумается. Он, возможно, на себя посмотрит со стороны, благодаря вам. Вот и здесь. Возмездие, да, или месть некая, которая сейчас идет в сторону вашего мужчины от вас. Также молчите, также игнорите. Также сейчас живете той жизнью, которой вам хочется. Ведете себя так, как вам нравится. А ему это нравится, а ему это не нравится. Крест, как будто бы вы для него сейчас тяжелое испытание, которое на него навалилось. Он, девочки, не вывозит этой ситуации. Может быть, он привык, что женщины все глотают, не обращают внимания. Я думаю, вы давали ему в какой-то период четкое видение того, что определенные моменты вы можете себе позволить. Там где-то не увидеть, где-то сделать вид, что вы не увидели, где-то сказать, да ладно, в другой раз так не будет. А вот сейчас, когда вы ему демонстрируете ценность самой себя, вы ему демонстрируете некое такое вот отчуждение, все, спасибо, мне не надо. Вот это ему здесь сложно осознать. Ну и что же с ним творится? Начал девочки понимать, что вы ему очень-очень нужны. Ну, смотрите, действительно, некоторых людей надо обдавать холодом, как некоторые фрукты, потому что от теплого отношения они начинают гнить. Сейчас же стоило вам показать, что вы недоступная, что вам нужно большее из того, что он делает. Он сразу понял, как вы ему нужны.
Ему, девочки, не нравится сейчас то, что вы делаете. Но чем дальше вы ему будете показывать, что вы не согласны с определенными моментами, с определенными форматами, тем больше он будет понимать вашу необходимость в его жизни. Что имеешь, не бережешь, потерявши, плачешь. Именно это, девочки, сейчас происходит. Именно это сейчас творится с ним из-за вас. Карта мыши – это карта потерь. Причем мыши, они же не сразу раз, и случается какая-то катастрофа. Это же потихоньку, потихоньку, потихоньку. И у мужчины, девочки, будет происходить точно так же. Чем дальше по времени, тем больше и больше его будет охватывать паника, его будет охватывать страх, его будет охватывать понимание, что происходит что-то нездоровое и нехорошее, и что это ему не нравится. Он будет сопротивляться в любом случае. Сначала внутри. Потом физически будет сопротивляться. Что еще с ним творится из-за вас? Ох, как вы его, девочки, здесь взбудоражили. Здесь дьявол. Он рвет и мечет. Здесь хочет сказать, боже мой. Он не готов быть в такой роли. А вот сейчас вот роль некого мальчика для битья. Ой, как, поверьте, ему это не нравится. Как же он начинает здесь психовать? Как же он начинает здесь дергаться? Вот она, ваша ценность. Жук-скоробей. Моя прелесть, моя ценность, которую он может потерять. Вот он, тяжелый крест, который свалился на него. Да, девочки, вы в любом случае его испытание. Вы его урок. Давайте посмотрим. Урок чего? Урок умения принимать решения. Он должен научиться благодаря вам думать. Во-первых, думать, что говорит. Во-вторых, думать, что делает. А во-вторых, принимать более серьезные ключевые решения. Вы его научите в любом случае. Пусть даже вы этого сами не увидите, потому что вы не захотите, вам это не нужно будет. Но ему на будущее это будет очень-очень полезно. Осознание, что некоторых людей в своей жизни надо беречь. Даже если тебе не нравится что-то в их характере. Но если в целом человек занимает важную роль в твоей жизни, он многое для тебя делает, этих людей надо беречь. И до него сейчас доходит то, что он вас теряет, а какая вы ценная для него были. Что эмоционально творится в его душе. Сразу, видите, сразу родная, видите, сразу дорогая, сразу нужная. Сразу хочу быть с тобой, хочу быть вместе, хочу по-настоящему, хочу тебя любить, хочу подарки дарить, хочу заботиться. Потому что аисты – это всегда забота. Это гнездо общее, карта рыба, да, вложение. Если ты однажды стала моей, то как будто бы это должно быть навсегда. Похоже, ваш мужчина расслабился в свое время, начал позволять себе очень-очень многое. А теперь он просто собирает результаты своего отношения к вам. Ну-ка, его мысли о вас сейчас. Что он в этой ситуации запутался, что он не знает, что делать, он не понимает. Какая-то черная дорога перешла. Черная кошка перебежала вам дорогу. То, девочки, знаете, вплоть до того, что сглазили вас там, я не знаю, магию какую-то сделали там, порчу, рассорку, все что угодно. Вот глядя на ваши отношения, какого-то объяснения... Здесь мужчина не находит. Знаете, как будто что-то стороннее. Кто-то что-то сделал. Что-то пошло не так. Хотя, с другой стороны, посмотрели на себя. Но не все готовы признаваться, что да, это, наверное, из-за меня. Да, это, наверное, я сделал что-то не так. Нет. Это кто-то сделал. Кто-то сделал. Да, девочки, он понимает, что между вами здесь вот целая гора здесь проблем выросла. Начиная с недопонимания, начиная с каких-то мелких проблем, такое выросло. И ему действительно, девочки, невдомёк, что эти проблемы, они росли постепенно. Он увидел весь масштаб только сейчас. Большое видится издалека. Похоже, вы ему действительно дали возможность побыть без вас, так вот хорошенько, основательно, все подумать. И до него только сейчас стало доходить, что это что-то серьезное. Но так же не бывает, раз, и все нормально, а тут резко что-то плохое. Действительно какой-то дурной знак. Действительно какая-то черная кошка, перебежавшая вам дорогу.
Думаю, девочки, что возвращать вас ему будет очень сложно. Делать шаги в вашу сторону тоже сложно, потому что вы уже много ограничений здесь поставите. Но в любом случае он понимает, надо это менять. Каким образом? Проявляться. Император. Он понимает, что он сейчас должен поступить как настоящий мужчина. Сделать что-то как настоящий мужчина. К сожалению, я не могу сказать, что это ему свойственно. Нету в нем настоящего императора. Но какие-то попытки с его стороны будут. Это может быть, конечно, смешно, по вашему мнению, что не дотянет как-то мы с Пажика. Он будет корчить себя из себя императора. Но, девочки, поверьте, это его единственный и последний шанс. Попытаться сделать какой-то мужской поступок. Да, нету у него внутри того наполнения, чтобы все сделать достойно. Но как сможет, он это сделает. Но для вас это будет некий шок такой. Потому что таким вы вряд ли его видели. Но это будет некое даже удовольствие ваше. Сопасайтесь поэтому, девочки, попкорном. Потому что посмотреть на это вам будет интересно. Как он будет пытаться, что он будет делать, на какие изощрения он будет пытаться идти для того, чтобы наладить с вами взаимоотношения. Да, несколько будет корявенько, потому что, как я уже сказала, я не вижу в нем настоящего императора, то есть качеств настоящего императора. Да, вот постепенно, достойно, масштабно. Вот этого я в нем не вижу. И здесь просто карта сущности, да, что что-то все равно будет вылазить наружу из него. Будет из себя выдавливать императора. Но для вас это будет, конечно, то еще зрелище. Поэтому я говорю, расслабляйтесь, запасайтесь попкорном и просто наблюдайте. Прям медведь, да. Прям медведя будет из себя строить здесь. У него даже уже, кстати, план придуман, что он будет делать. Видите, творящаяся... непонимание, творящаяся, нарастающая такая вот тревога, что все плохо и надо что-то менять, видите, заставляет его даже придумывать, что он будет делать. Он даже, кстати, с кем-то здесь посоветовался, с кем-то из своего окружения. Я хочу сказать, с какой-то женщиной, которой он доверяет, и она умная, она мудрая. Может быть, сходил к какой-то ведьме, колдунье. Может быть, потому что вот без взгляда со стороны ему сложно было самому собраться и самому подумать, что нужно сделать. План, вот он, пожалуйста, здесь написан. Да, и ему, кстати, девочки, видите, ему здесь дали понять. Может быть, конкретный был совет. Тебе надо налаживать отношения. Может быть, фраза была не такая конкретная. Да, иди. Но ему дали понять, что ему с вами будет гораздо лучше, нежели без вас. Все он понял, девочки, все он осознал. А насколько, конечно, качественно он все сделает, это вы уже сами будете смотреть, наблюдать. Вот. Но то, что вам будет интересно, как минимум, это, девочки, я вам обещаю. Кстати, что происходит в его жизни? Некие физические моменты, аспекты, благодаря которым он в дополнении ко всему, вот и к происходящему внутри него, там в душе, в сердце, ну, что-то еще физическое, это вот здесь, вот именно его жизнь, конкретные люди и что с ними происходит. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, не скупитесь, пожалуйста, пишите добрые комментарии, а мы с вами встретимся уже в новом видео, и всем пока-пока.